Итак, добрый день. Мы собираемся сделать так, чтобы можно было бы The Sims Medieval можно было бы читерить. Итак, мы что делаем? Для начала мы нажимаем по экрану левой кнопкой мыши отображение файла. Итак, дальше мы ищем. Так. Оп. Вот мы. Игра находится в мой компьютер, локальный диск C, программ Files. В данный момент у меня. Так, заходим. Потом заходим в Game Data. Потом Scared. Я не знаю, как это по-английски читается, в общем, сюда. Зачем? Не в подскагет, а вот non-подскагет. И потом ини. И зачем мы ищем папку с названием commands ini? Он находится здесь. Итак, нажимаем левой кнопкой мыши. Свойства. И смотрим, чтобы не было бы тут вот галочки. То есть, если у вас тут галочка стоит, мы ее снимаем. Потом нажимаем принять, окей. Тут не надо галочку пока что. Мы сняли галочку, затем входим в commands. А затем находим такой текст. Testing cheats enabled, 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 enabled zero, ноль. Мы его меняем на команду, мы стираем ноль, ставим один. Закрываем и сохраняем. Он у меня, допустим, мне, допустим, на рабочий стол. Сохраним. Итак, у нас сохранился commands. То, что мы изменили здесь. И оригинальное здесь. Берем оригинальную, вырезаем и вставляем, не знаю, куда-нибудь. Допустим, создадим папку здесь. Папку детку и вставляем сюда. Продолжить. И вставляем нашу копию сюда, в игру. То есть вырезать и вставить. И продолжить. Нажимаем кнопку. Итак. Game Data, подскагет и не. Всего у вас будет у нас commands. И мы левой кнопкой мыши свойства. Ну вот, и здесь ставим, возвращаем галочку. Сюда вот атрибуты, двоеточие, сюда галочку обязательно возвращаем. Если у вас было поставлено, тут стояла галочка, мы ее ставим. Возвращаем галочку, только чтение. Нажимаем принять и сохранить. Итак. Входим в игру. Я вот уже зашел в игру. Так, звук уберем. Это самое. И нажимаем дальше Ctrl Shift и C. И у нас появилась синяя строка. Пишем, допустим, мод херлода, допустим.
Оно пишется Motherload. Нажимаем Enter. И у нас капитал вырос, капитал в казне. То есть. Так. Посмотрим. Допустим, построим что-нибудь. Что у нас тут есть? Так, какие еще есть читы у нас тут есть? Допустим, Кацехинг пишется. Кешинг. А подавай к бюджету 1000. Итак, я вернулся. Заходим. Итак, нажимаем Ctrl, Shift и C. И вот у нас синяя полосочка появилась. И теперь можем читы вводить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ну, а пусть напишем.